Привет! Сегодня у нас на обзоре очень популярный автомобиль от Honda. Honda Insight ZE 2. Это 1.3 двигатель, LDE мотор, 10 кВт, гибридная установка. Система не как у приусов, то есть они не могут ехать на батарее, то есть они работают только при запущенном бензиновом двигателе. В пробках, когда мы останавливаемся, либо у нас скорость менее 12 километров, бензиновый мотор выключается, ну, либо при торможении, то есть, ну, автомобиль едет как бы на гибридной установке. Система немного другая, чем в приусах, можете поизучать. Вот, здесь не будем ее рассказывать полностью, как она работает. Автомобиль очень популярный за счет того, то, что, ну, соответственно, это гибрид. И за счет того, то, что очень большую популярность набирают хэтчбеки. Honda надежные, хорошие машины, поэтому ее берут как горячие пирожки на уровне фита. Данная модель 74 тысячи пробег, 2012 год, бюджет 500 тысяч рублей. Вариант очень достойный по состоянию, по пробегу, по салону. G-комплектация будет, ну, без проблем ходить, я думаю, года 3, может быть, даже больше. Цены на инсайдов начинаются от 430 тысяч рублей. Это у нас будет комплектация L, пробег 100-120 тысяч. Вполне живые варианты, я думаю, они без проблем отходят там еще добрую сотню километров без каких-либо серьезных там замен по двигателю или там вариатору. Живые варианты, там пробег где-то 60-70, ну, начинается уже ближе к 500, то есть, ну, это, да, где-то 460-480 тысяч. Вот, и если вы хотите G-комплектацию с маленьким пробегом, будьте готовы потратить примерно 490-520 тысяч рублей, как сделал клиент по данному авто. Как вы видите, довольно-таки большой и красивый. Мне нравится вот то, что сделали черный пластик. Это очень практично. Ну и вообще смотрится как единое целое. Вообще круто. Здесь сделан люк. Ну, там можно компрессор положить. Там. Хотя есть штатный. Ну там, я не знаю, там провода, что-нибудь, шкворку, веревку положить. Для задних пассажиров, как я уже вижу, места маловато. У меня рост 185, колени уперлись в сидуху. Ну, а что требовать? Бюджеты небольшие, подлокотник не откидывается. Крутой ворс, мне нравится ворс. Круче, чем в Тойотах бюджетного класса. Это типа как Аксио, там какие-то филдеры. Вот здесь вот в Хонде очень крутой ворс, мне нравится. Из тюнинга для задних пассажиров могу только назвать лампочку в потолке. Все. Салон у Хонды, как всегда, выполнен в космическом стиле. Стартера нету, это же гибрид, то есть гибридная установка запускает двигатель, поэтому, ну, звука стартера нету, то есть у нас пошел сразу запуск. Удобная печка, крутилка, мы выставляем тут градусы, холодно ставим, хай. Практически проекция на лобовуху, то есть очень удобно, не надо смотреть вот сюда. Я вот, допустим, еду по городу, чтобы там где-то камеры не пропустить, я смотрю сюда, а здесь, ну, ты смотришь на дорогу чуть-чуть, ну, как проекция вообще работает, километраж. Салон вообще в очень хорошем состоянии, 74 тысячи пробег, напоминаю. Салон практически идентичен Honda Fit, но немного изменен все-таки, чтобы не повторять полностью два автомобиля. Эко-режим кнопочкой включается. Расход по городу, по заявлениям владельцев, 10-11 по городу, 7-8 литров по трассе. Кто говорит, что они тратят 6-5 литров, все брехня. Это если, я не знаю, ездить ночью, и когда горят только зеленые светофоры, ты нигде не останавливаешься, еще и тошнишь. Тогда будет расход реально 5-6 литров. С нормальной ездой, со светофорами, с пробками, ну, в общем, реалии больших городов, то есть, ну, 10 будет есть. Даже на маленьком моторе 1.3, еще и плюс 10 кВт, установка гибридная.
мой гибрид ЕС 15 литров. Многие удивляются, я им говорю, ну а как меньше, я не знаю, может вы ну, как-то расход свой не умеете считать. Вот. Салон нравится, руль тоже выполнен в хондовском стиле. Круг немного выпирает, сигнал утоплен, очень удобно, круто, ну прям элемент вообще какого-то спортивного автомобиля. За салоны всегда Honda ставлю пятерки. Вообще машина в целом удачная и по бюджету, ну, нормальная, по салону, по объему кузова, по дизайну тоже космическая вообще машина, крутая. Не зря она пользуется популярностью у людей. В преддверии 2018 года, когда поднимаются акцизы на бензин, когда все ждут цен после выборов, мы вам рекомендуем покупать гибридное авто, и в том числе Honda Insight. Если вы хотите купить еще хороший гибрид, которым не надо будет менять элементы по батарее, который будет не ломаться, а ездить и радовать вас расходом, тогда вам лучше его привезти с аукциона Японии. Мы вам можем посчитать ваш бюджет, что лучше взять, дадим какие-то свои рекомендации по накопленному опыту по гибридам. Посчитаем его с доставкой в ваш город, получите всю информацию, как происходит сделка, посмотрите договор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, следующее видео обязательно не пройдет мимо вас. Всем пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.